Более 20 тысяч наблюдателей будут задействованы в Подмосковье на выборах президента России 18 марта. Стоит отметить, что в прошлый раз, в 2012 году, на избирательных участках региона присутствовали более 13 тысяч наблюдателей. Об этом РИАМа сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова. Увеличение количества наблюдателей связано в первую очередь с увеличением числа участков. В регионе их стало на 600 больше. За ходом мартовских выборов президента в этом году будут следить по скромным подсчетам около 20 тысяч наблюдателей, из них около 5 тысяч от Общественной палаты Московской области. Помимо этого, порядка 40% избирательных участков региона оборудованы металлоискателями, а на более чем 2000 объектах работают камеры видеонаблюдения. Также видеофиксация заработает и на 73 территориальных избирательных комиссиях Подмосковья. Кроме того, все избирательные участки Московской области проверят на соблюдение требований безопасности. Инспекции начнутся за 2 дня до президентских выборов. Перед открытием участков все помещения для голосования будут тщательно осмотрены. Отметим, в каждом помещении с момента открытия избирательного участка будут дежурить сотрудники МВД, порядка 3 человек на объект. В целях предотвращения выноса бюллетеней из помещений для голосования правоохранители будут сопровождать членов участковых избирательных комиссий, в том числе при выезде к голосующим на дому. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.